начинаются игры. Потом пощипывание брюшка. Это как бы своеобразный ритуальный танец. Потом ее начинают приглашать. Зовет. Самка должна приблизиться к нему. Он будет ее отжимать икру в это гнездо. Самка выходит на половину аквариума самца. Значит, это говорит о ее желании принять участие в нерести. Порой даже вот видно, самка подтыкивает самца, как бы говоря ему, давай иди гнездо строй для детей. Он весь прямо налился краской, прямо всеми своими действиями демонстрирует свое желание. Самки-плавнички тоже стали ярче. Самец выпускает пузыри, тем самым как бы пополняя количество пузырей на поверхности. Самец отгоняет самку на ее половину, как бы говоря, ну не хочешь, давай, иди домой. Но тем не менее, самка, как бы продолжая интриговать его, сама снова выходит на его половину аквариума.
Нет, без цветов и шампанского никак, походу, не получится.